Завтра в Молдове ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди с грозами. В Бричанах и Сороках максимум 22 градуса. В Бельцах и Аргееве на градус выше. В Тирасполе воздух прогреется до 24. В Львове – до 26. В Камрате и Кагуле – на градус выше. В Кишиневе днем ожидается плюс 24. В ближайшее время температура воздуха поднимется до 31 градуса. Ночью будет от 11 до 18. И о погоде в Европе. На большей части континента пройдут дожди. В Мадриде 23 градуса и осадки, в Париже 19 и облачно. В Берлине плюс 25, в Лондоне 17 градусов. В Риме и Вене температурный максимум составит 26 градусов, на градус ниже в Будапеште. В Праге 23 и дожди с грозами, в Варшаве плюс 21, в Белграде прогнозируют 26 градусов. В Бухаресте ожидается 25 выше нуля, в Турции 21, в Афинах солнечно и плюс 26. В Москве и Киеве дожди 19 и 18 градусов соответственно.